Чтобы вызвать месячные раньше необходимого срока, можно прибегнуть к следующим способам. Первое. Народные методы рекомендуют настой из трав петрушки или имбиря. В течение дня рекомендуется принять 2 чашки настоя из этих трав. Они спровоцируют отслойку эндометрия в матке, что в свою очередь приведет к желанной менструации. Второе. Контрацептивы. Применение таблеток нормализует гормональный дисбаланс в организме женщины и формирует нормальный менструальный цикл. Третье. Стресс. Немаловажную роль на правильное течение менструации оказывает стресс. Стоит женщине перестать нервничать, больше отдыхать, проводить релаксирующие упражнения, как нерегулярные менструации прекращаются. Четвертое. Физкультура. Занятия фитнесом или физкультурой также влияют на появление месячных раньше срока. Для этого нужно в течение часа делать такие упражнения, как качание пресса, ходьба и приседания. Пятое. Секс. При половом акте можно не только получить удовольствие, но и поторопить месячные. Ведь при сексе к влагалищу поступает больше крови, что в свою очередь провоцирует менструацию. Шестое. Лекарства. Самым верным и проверенным средством всегда были и будут лекарственные препараты. Если у женщины нерегулярный менструальный цикл или нежелательная беременность, то в первую очередь ей нужно обратиться к гинекологу, который назначит правильное медикаментозное лечение.